Всем привет, дорогие зрители, с вами канал Недвижимость Турции, Paradise Alanya. Меня зовут Агаси, в этот раз хочу вам предоставить хороший вариант 1 плюс 1 в хорошем комплексе в районе Махмутлар. Высокий этаж, как вы увидели, вид на соседний проект, Ekta Towers. Рядом есть люкс-комплексы, Курцафир, Алара Парк. Расстояние до моря максимум 370 метров до воды, 373 метров. Рядом хорошая инфраструктура. До сети магазинов 3 Мигрес где-то 250, тоже 300 метров расстояния. Такая уютная квартира под ключ. 51 квадратных метров минимум полезная площадь. Встроенный шкаф. Думаю, что глубокий. Ну да, так. Нормально. Вот. Бытовая техника Altus. Кондиционер Арчилик инверторный. Заезжай и живи. Айдат 800 лир или 700 лир, не помню. Уточню. Стол открывается. Да, вот так она вверх открывается. Здесь у нас прихожая, тоже встроенный шкаф, такой, вешалки. Высота потолка 270 сантиметров. Тут санузел, автостиральная машинка, Вейто проточный нагреватель. Душевая кабинка, вытяжка. И тут спальня. Хорошая инфраструктура, которую я вам сейчас покажу. Лифт даже работает с чипом. Вот Арчилик, тоже кондиционер. Да, эта сторона, север и где-то восток. Вот так видно, глазами все видно вот так, как вы сейчас видите. Спускаясь вниз. Это первый лифт. Есть также второй лифт. Итак, также тут выходим. Такой балкон, курилка, скажем. Можно поставить вещи, высушивать. Так, на втором этаже у нас инфраструктура. Здесь переодевалка, фитнес. Два лифта. Сауна сейчас работает. Там кто-то уже есть. Крытый бассейн. Ну, как джакузи, скажем. Но не функционирует. И тут массажная комната. Вот сауна, греются там. Тут душевая кабинка, санузлы. А также есть тут комната караоке. Вот эта комната караоке. Вставляет там свои аксессуары и поете. Вот такое освещение тут. Спустились мы в лобби. Такая вот хорошая территория, бассейн, который запустят. Там топчаны. Тут беседка, зона барбекю. До моря я уже сказал, сколько расстояние, такой комплекс. Цена этой квартиры 93 500 евро, дорогие зрители. Я уполномочен на эту квартиру. Звоните, пишите по номеру. Плюс 90 555 064 91 10. Во входе у нас можно поставить свои велосипеды или велосипеды. Тут открытая парковка снаружи. В любом месте может остановить машину. И отсюда даже видна дорога к морю. Вот улица Барбаросса, где вот машина едет. Вот проехала одна. А там первая линия. А 101 магазин рядом. И несколько других магазинов. Также ресторан Чайхана рядом. Вот она. Все. Ставим лайк, подписываемся на наш канал, пишем комментарий. Всем пока-пока.